положение, в котором мы сейчас находимся, новое и во многом нас ограничивает. Но это не повод расстраиваться, ведь человечество не первый раз встречается с кризисной ситуацией. Главное соблюдать три правила, которые помогут избежать паники. Первое. Приучитесь терпеть. Мы часто теряем самообладание. Многие реагируют на некие раздражения так, как будто речь идет о конце света. Хотя на самом деле все не так серьезно. Способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях можно развивать. Например, дыхательная гимнастика в три этапа поможет вам успокоиться. Второе. Взаимодействуйте по-новому. Составьте список людей, которые больше нуждаются в помощи. Занимайтесь полезной деятельностью, направленной на получение положительных результатов. Третье. Укрепляйте иммунитет. Очень важна физическая активность. Если мы будем мало двигаться, потребность в движении будет замещаться потребностью в еде. А в связи с увеличением цен на имбирь, лимон и чеснок, предлагаю вырастить их в домашних условиях.